Здравствуйте, мои дорогие! Трехминутка любви от Ивана Нави. Вот, у меня вот здесь, не знаю, видно вам или нет, летает такая паутинка. Вот, сзади мой автопортрет на стекле, я люблю такие вещи. Я тут работаю, я на работе, естественно, и я сегодня хотел сказать вам одну вещь и подтвердить ее. Вот паутинка, не знаю, видно ее, наверное, как-то где-то ее видно, вот она вот такая вот тоненькая и нежная, и как наша жизнь. Сейчас порвать-то легко, взять сейчас, раз и все, и порвали. Вот она даже от дуновения руки, она двигается. Собственно говоря, как наша жизнь. И я прочитаю один стишочек, он в принципе есть в Ютубе, записан на иммигрантской лире в Брюсселе, я читал, но вот сейчас увидел ее, и мне вспомнился тот стишочек. Он написан в памяти Елены Касьян, которая поэтесса, которая боролась с болезнью, с раком. 4 года все ей как-то помогали со всего мира. Но все-таки она ушла достойно, написав достаточно большой цикл стихов во время болезни. Как паутинка. Лента от кассеты изящной выписывала пад. Все, что записано на ней, летело в лету. Дворовый дерзкий ветер шалопай резвился с нею. На прощание лента дарила щедро вензеля двору. Я красотой и важностью момента ошеломлен стоял. Вот так умру. Все будет нормально, ребятки. Главное – это удача.